Когда во дворах сходит снег, проявляются новые и вылезают старые хозяйственные задачи. Депутат окружного совета Константин Негурица вместе с представителями администрации, управляющих компаний и МБУ «Развитие» провел очередной объезд своего округа. Местные жители отлично знают все недоработки коммунальщиков. Я считаю, что в этом году ситуация по придомовым территориям лучше. То есть они убраны. Вот к этому времени проблем было больше с точки зрения уборки палисадников, тротуаров, прилегающих дорог. Там вот в этом году я отмечаю, что ситуация лучше. А несколько хуже ситуация с общественными территориями, которые убирают представители администрации. Объем здесь, конечно, большой. В ремонтах нуждаются некоторые спортивные и детские площадки, проезды и ограждения. Много нареканий по контейнерным площадкам в лесхозе, на ПМК и в северном поселке. На Новоульском шоссе между домами строительный мусор давно покрылся мхом. По словам Константина Негурицы, планы работ по исправлению недочетов составлены. Запросы, которые можно закрыть оперативно, вскоре закроют. Возле дома номер 212 по проспекту Красной Армии нарекание вызывает работа «Газпром Теплоэнерго». То есть там яма, неогороженный участок, плохо огороженный, скажем так, участок, вывернуты бордюры. То есть вот сейчас и администрация, я буду выходить на руководство теплосети с тем, чтобы эту ситуацию поправить. Деревья валяются и так далее. То есть там вот надо, ну вообще, вот это проблема. То есть, с одной стороны, это хорошо, что ремонты ведутся. Понятно, что, наверное, самое главное – это отремонтировать. Но надо не забывать и о внешнем виде города. И вот, я думаю, что мы уже один раз говорили на комитетах Совета депутатов. Наверное, будем к этому еще возвращаться. Здесь же, возле дома номер 208, участники объезда нашли возможность выполнить старую просьбу жителей. Определили место для новой детской площадки. Это низина, конечно, но если коммуникации нет, то вполне реально там сделать небольшую детскую площадку, в которой нуждаются жители, потому что там, ну, реально там площадка, я не знаю сколько, лет 30, наверное, и в ужасном состоянии. А поставить даже в том месте, где она сейчас стоит, нельзя, потому что там в свое время поставили с нарушением. Поэтому сейчас искали место, нашли, будем надеяться, что там она получится. Текущих задач на территориях много. Регулярные депутатские объезды позволяют напомнить о них ответственным организациям и составить новые оперативные планы. Михаил Зуйков, Михаил Кирсанов, программа «События».